Петра. Зовут меня Александр Сухов. Я координатор группы добровольных лесных пожарных по Западной Сибири. Увидели про вашу беду. Алексей Устинов послал запрос к нам. Увидели, как вы тушите. И решили вам немного помочь. То есть первое, это передать вам немного оборудования, которое поможет вам справиться с травяными пожарами, соответственно. Ну и, как говорится, дай человеку удочку, он будет сыт всю жизнь, но надо еще научить рыбачить. Поэтому решили провести для вас небольшой такой, можно так говорить, как обучение, не обучение по тому, как мы тушим пожары. Вот мы добровольцы, никаких, вот у меня лично никаких регалий нету, никаких званий, то есть я такой же, как вы в прошлой. Городской житель, сейчас переехал в деревню, также у меня поднимаю свое личное подсобное хозяйство. Также вижу, как все это у меня горит, потому что горит везде, по всей России. И вот решил собрать такое большое, собрать такую группу, которая поможет всем людям научиться бороться с огнем. Соответственно, научиться с ним справляться эффективно. Помогли мне в этом, обучили противопожарный отряд в Москве, МЧС, различные пожарные структуры, которые меня научили. Работал я и на Байкале, в противопожарных лагерях, тоже тушу лесные пожары, соответственно. Поэтому, как я сказал, никаких регалий у меня нету, никаких лицензий нету, поэтому все, что здесь сейчас я буду рассказывать, это мысли не мои, это мысли людей, которые тушат лесные пожары. И, соответственно, то есть здесь как бы обмен опытом. То есть я вас ничему не учу, ни к чему не призываю, я просто показываю, как мы тушим пожары в Новосибирской области у себя там. Соответственно, вот наш доброволец Иван расскажет и покажет, как им пользоваться. Ну, как его применять на пожаре, покажу я. Он расскажет, из чего он состоит, как его разобрать, как его собрать, как его починить, если он вдруг перестал тушить и так далее, и так далее. Вот. Ну, потом, если хотите, я могу вам рассказать там пару слов о небольшой, о медицинской, первой врачебной помощи, но это если захотите. И не какая-нибудь тоже там полутен и так далее. Кожаные сапоги, дешевый рабочий отдел, они для вас и для работы хороши. Здесь и в полях, и воду они не пропускают. И, соответственно, там можно даже потушить, и ничего страшного не будет. Вот. Поэтому одежда, сапоги. Далее, там стоимость 100 рублей, там 200 рублей, 50 рублей. Вот. Они в короткое время защищают от частиц именно гари. То есть даются вам спокойно дышать, то есть вы снимете, у вас здесь будет гари, а здесь перчатки ХБ 12 рублей. Ботинки у меня стоят 1000 рублей. Вот. Они кожаные, я их купил в обычном магазине рабочей обуви. То есть, ну, 4 тысячи, галоши, резиновые сапоги, непозволительно. Очень много людей, которые мучаются потом ожогами, отдирают эти сапоги от ног. Да, вот, допустим, вы окажетесь здесь, а здесь у нас перелет, все, опять как там. Вот. Поэтому всегда, когда тушите, поднимайте голову, смотрите назад. А не загорелось, то у вас сзади трава. Вот. Это кто-то говорит, что да, как плохо горит. Кизяк вот в степях, семена, бутоны, перекати поле. Загорелось, улетело, у вас горит сзади. Вот. Поэтому обязательно всегда смотрите на самого. Если и отойдите на две высоты этого дерева. Вот. Это какой-нибудь дороги, то есть прыгнул и уехал, не разворачиваясь. Сразу ее поставьте так. И открытые окна, открытые двери, ключи в замке. То есть, как бы вот возьмите себя за правило, чтобы потом не прийти, а машина выгорит. Потому что лесной пожар, лесной, низовой, там, травяной, ландшафтный любой пожар, это очень изменяющаяся такая
ситуация, то есть вы вроде посмотрели, там он уже ушел, да, а там второй идет. Или этот вернулся, или это поменялся, этот вернулся. Или дерево упало, откатилось, и вот оно горит рядом с вашей машиной. Спрыгнуть, спрятаться во враге. Вот. Здесь вода нормально, то есть как бы, ну, пройдет как бы поверх, там, пронесет, да, там, допустим, ну, ничего подобного. Огонь доходит здесь, спускаясь во враг. Даже если он не спустится сюда, ну, здесь какое-нибудь минеральное основание, здесь водичка, здесь грязь, что-нибудь такое, здесь разрыв. Он все равно перелетит. Он перелетит сюда, загорится здесь. И физика распространения огня такова, что он здесь у вас образуется газовая колонка. И даже если вы не пострадаете от огня, выгорит весь воздух, и овраг превратится в ловушку. Выйти вы не сможете, потому что горит здесь, воздух весь выгорит, здесь у нас идет газовая колонка. Поэтому, когда, допустим, тушите, видите, что вы не справляетесь с огнем, смотрите назад, вам нужно отойти, у вас овраг. Огонь, у него самая высокая температура наверху, соответственно, он будет гореть быстрее. Здесь трава будет заниматься быстрее. Здесь у него будет уже 43 метра в минуту. То есть вы все равно не успеете его обогнать. В любом случае вы не успеете его обогнать. Тем более, если склон сквазать, начинает падать трава, начинает перекатываться какие-то обрывки, перелеты. То есть вот здесь он уже перелетел и здесь загорелось. То есть если вы здесь, здесь и здесь еще не горит, а вот здесь уже горит. Он слетел с горы, вот перелет, и вот здесь у вас все пожег. Вот. Тоже опасное место, понимаете, как бы. Вот. Почему? Одно из главных факторов, когда вы тушите вода, угарного газа. Вот. Угарный газ все равно у вас достанет в любом противогазе. От угарного газа спасает только закрытая система с подачей воздуха от циркуляции. Вот. Но у нас таких нет. Даже у нас таких, даже у МЧС таких нет. Да, они вообще о чем-то. Но вы улетаем, у вас нет ничего такого. Поэтому все, что может вас спасти, это кратковременное нахождение в зоне пожара. То есть через каждые 20 минут желательно отходить от очага, выходить, вообще выходить, то есть, ну, где-нибудь метров за 100, и если жёмчик, то надо человека прям брать вот и уводить. То есть всегда следите за каждым. То есть это не так, что да, там не мое дело, то есть он сам взрослый, знает, просто у него он уже надышался, там, у него немножко переклинивает, легкость в теле появляется, то есть он думает, второе дыхание открылось, это не второе дыхание, это угарный газ. Поэтому об этом надо помнить всегда. Но угарный газ — это, можно сказать, основная причина травмирования. То есть у нас все думают, что если лесной пожар, то надо, значит, все, сейчас ожоги у него будут, ничего такого. У нас обморожение от того, что мы все время по колено вот так вот в воде, вот, и с этим ранцем, то есть с этими постоянно мерзнешь, постоянно переохлаждение от этой воды. Вот. И, соответственно, вот такие вот угарные газы тоже очень опасны. Поэтому старайтесь, ведь когда вы находитесь в зоне пожара, следить за этим совсем. То есть видите, что человек уже 30 минут там что-то тушит, там не остановить. Все, уберите его, когда шпарки, ты вытаскиваешь. Отдохнет, отдышится, спасибо вам скажет. Потому что как бы первая помощь при отравлении угарным газом, она такая очень сложная, и там вентиляцию легких со всеми вытекающими вы здесь не проведете. И различные пакеты, там баллоны с кислородом тоже, ну, тоже у нас их нет. Поэтому всегда следите не только за огнем, а еще и за угарным газом. Вот. Я вам говорю, где я езжу, ожоги ног — это прям какая-то беда. То есть и все говорят, как так получается, ну как, ну как, мы тушим. Вот. А я говорю, а в чем мы тушим? Это волк, калоши, то есть, ну как вы, то есть. Поэтому калоши хорошо для двора, для дома, для, вот, для грязи, грязи вот уже для весенней и так далее. То есть, идете на пожар, как бы там ни было мокро, надеваете чем-нибудь все-таки получше. То можно не быть согласным с его мнением, но разбирать все это несогласие желательно после пожара. Если он говорит, вам идете тушить, значит вы идете тушить, либо говорит, я не буду тушить, не идете тушить. Но вы никогда не делаете то, что вы хотите сделать, но КТП с этим не согласен. Потому что он несет ответственность. Вот у нас, когда мы приезжаем, мы выборочно выбираем РТП, то есть кто сегодня у нас будет, мусор там окажется, на пути пожара, то есть все это горит,
все вы это должны держать в уме, что там горит. То есть вы приехали, а что там горит? Трава там горит, ковыль там горит, вот такой, высохшая стерня, или там сельскохозяйственное поле там горит и так далее. То есть вы все это должны понимать, что там горит. Погода. В погоде нам важен ветер. Вот. Направление ветра и его силы. То есть, если ветер сильный, вы можете просто не поймать пожар и, соответственно, сгореть. Вот там. Вот управление. Ну, ресурсы, это понятно, что у вас есть. Лопаты, ранцы, самое главное, люди. Там трое вас, двое вас. Или вы сможете, надо еще бежать в деревню, вызывать подмогу. И появится какая-то ясность, то есть, может, рассеется дым, изменится топливо, дым рассеется, и мы увидим, да, это там свалка горит или какой-нибудь там этот пожар там вышел на другое топливо. Поэтому ресурсы оценивайте, что у вас есть, что вы можете, информация и самое главное управление, то есть что у вас за люди, сможете ли вы ими управлять, сможете ли вы довести до них эту информацию, то есть что надо там вот. Вот копать именно здесь, да, там, минеральный фолус, а то, может, вы им скажете, они там убегут, то есть, как бы, готовы ли они тушить, то есть, да, может быть, они не с тех, кто здесь остался, или, может, это вообще какие-то приезжие, скажут, как вы там тушите, надо там в милицию звонить, он через там побежит, вместо того, чтобы помогать вам тушить, он побежит в милицию звонить. То есть, оценивайте всегда вот эти вещи. Когда вы будете оценивать, это залог вашей безопасности. То есть что-то пойдет не так. Потому что на пожаре всегда что-нибудь пойдет не так. Это я вам по своему опыту. Соответственно, здесь ПГ, пожарных гидрантов. Да, и на карте сел, вот пожарные приехали, они такие, а гидрант здесь может включиться. Да, здесь это. То есть вода к ресурсам относится. Вода к ресурсам обязательно относится. То есть к ресурсам относится, что у вас есть. Лопаты, ранцы. Если у вас есть ранцы, но нет воды, соответственно, они бесполезны. Если у вас есть лопаты, но там, допустим, какой-то, ну, горит большая трава, тоже лопаты бесполезны. С лопатой вроде вам тяжело будет. И вы ее не закидаете, вот, и не захлопаете. Потому что там, ну, примерно, там, ваши, наверное, 6 кубов воды, вот, ну, этого хватит на 10 минут тушения. Вот. То, что вы сами понимаете, что... Да, можно тушить, вот 10 минут тушения вот этого амбара, это много. Вы полностью его потушите, остановите горение и так далее. 10 минут на лесном пожаре, сами знаете, это ни о чем. Это вот вы потушили его амбар. И что, ехать ее полчаса снова где-то набирать? Нет, соответственно. Поэтому вот этот вот инструмент, он очень, он разработан у нас здесь в России, лесником в 80-х годах, и он разошелся по всему миру. Как бы он ни вызывал смех, когда мы его кому-то представляем, мы вообще не смотрим, говорят, что вы шикаете там и так далее. То есть это очень действенное средство против лесных пожаров. Очень. Вот, я на своем опыте могу сказать. Вот мы видели в видео, которое нам Алексей прислал. Вот, на самом деле тот пожар, который там затушили лопатами несколько там, 7 часов, и там, или там полчаса или 40 минут. Два дня. То есть для нас этот пожар 15 минут, с 4 людьми. Вот. Просто мы подходим и начинаем просто идти вот так по кругу. И когда мы идем, после нас уже дорога нет. То есть это очень мощное средство. То есть как мы тоже поначалу, да, когда всему этому учились, садовая прыскивка какой-то что-то. А что, лучше ничего нету, да, там, допустим. Ну, лучше есть душка. Ну, может быть, там все, если у кого-то она есть, может кто-то купить там, и так далее. Но вот это вот очень мощное средство, то есть даже вот стоит вот такой пожар, ты стоишь, ну, представьте, вот, допустим, вот такая стена огня, вот, здесь трава горит, такая просто человека, естественно, когда она горит, там стена огня, соответственно, вот, и вот этот огнетушитель позволяет справиться, ну, буквально за минуту с вот этой вот стеной огня. То есть мы прониклись, и вам рекомендую, то есть, ну, когда начнет тушить, поймете, либо наполнение ранцев. Вот. Скажите, одежду смысл имеет мочить или нельзя? Одежду смысл имеет мочить, и даже мы ее мочим всегда, потому что тепловое излучение таково, что она высыхает и начинает горячить. Вот.
у нас есть ранцы, ранцы здесь прижимают, если здесь, здесь у нас воздух, то ранцы здесь прижимают их. Вот, вот эти места плечи, они очень сильно горят. То есть всегда, когда у вас два ранцевика идут, он показывает подпаленные. Люди льют. То есть воду вы используете туда, куда вам нужно. То есть видели, у вас нога загорелась, вы полейте на ноги. Наступили вы в очах, то есть вы, у вас нога не загорелась, но там как прям, как бы носки утопаются. Ну, полейте себе на ногу. Не проблема. То есть, но. Если вы прорываетесь на выгоревшее через, как бы через вот, ну полейте себя, если у вас осталась вода. Вот, не проблема, то есть вот, вы можете прорваться там прямо через, через огонь на выгоревшее. А не ошпаришься паром? Она холодная. Там можно только морозиться по весне. Она же холодная. Вот. И нагреваться она не успевает. И он так говорит. То есть, потому что ранца хватает на 15-20 минут работы, но опытным там, на 30 минут работы. Соответственно, неопытным на 30 минут работы. Вот. Поэтому там нагреться ничего не успевает. То есть, и как бы вообще нагреться в принципе ничего не успевает, если вы правильно все делаете. Это у нас не прям. А здесь он распространяется медленнее. Кажется, ну там мы еще успеем. Хочется здесь. Вот. Но здесь поражающих факторов очень много. Это огонь, это распространение по ветру, быстрое распространение и дым. То есть вы и дыма наглотаетесь, и соответственно вы здесь можете сгореть. Поэтому с фланга тушение воспринимается только тогда, когда здесь есть что-то очень важное. Лес, деревня, не знаю, строения какие-то, коровы, там, не знаю, там, животные, сельскохозяйственные. Только в этом случае. Определить, с какого, где вы будете останавливать пожар, это называется определить решающее направление. Это все относится к информации. Увидя пожар, вы не должны кидаться. Что здесь мы уменьшим дымообразование, и мы уменьшим саму температуру пожара. И, соответственно, уже перейдя к флангу, мы его сзади сможем с поветренной стороны, мы его сможем, соответственно, здесь уже затушить. Вот. Все это на рисунке, конечно, здорово, но бывает такая опасность. Да, то есть гореть все началось с 90-х годов, правильно вы говорите. То есть я проводил большое исследование, то есть действительно горит с 90-х годов. И мое мнение, горит. Здесь никто не скажет, что я тут власть, горит от бесхозяйственности. Вот. Вот от того, что у земли нет хозяина. Потому что вот отдали это все государству, а государство с этим не справляется. Вот. А хозяина нет у земли. Если, почему в советское время не горело? Траву скашивали, траву кормили, было лесное хозяйство все полностью, соответственно. И, конечно, не горело. А сейчас, почему это горит? Вот, ну, я не знаю, как у вас, да, там тепловозы проезжают и так далее. У нас это все поджигают. У нас каждый год пожар разгорается. То с той стороны идет, то с той. Каждый год мы тушим пожар. Ну, это здесь надо работать над, вот, не знаю, тут вам, наверное, лучше виднее. То есть почему есть такой как бы миф, для того, чтобы трава росла лучше, ее надо сейчас поджечь. Вот, чтобы вот ее, скосить ее побольше и покрупнее, ее вот надо именно вот сейчас поджечь. Они вот ездят и поджигают. Мы тушим, а они уже тут же едут и там поджигают. Мы только что там проехали, подъехала машина, уехали, там загорелось. Понимаете, это не какие-то там самовозгорания, то есть это наглый, прям зверский поджог, вы понимаете, то есть едет. Что теперь делается по законодательству? По законодательству, во-первых, поджигать траву запрещено. Если вы увидите этого человека, вы можете подойти, фотографировать его на телефон, сказать, вот эта информация, фотографировали человека. Ну, я вот стоял со спичкой, сразу, когда я пришел тушить, вот я вижу, тушу. Да нет. На самом деле у нас был один доброволец потушить. Вышел, начал тушить бал с лопатой, да. Люди подъехали, его сфотографировали, они не поняли, что он тушит, и они сказали, что он поджигает. И его вызвали на, соответственно, допрос, как положено, что вы там делали, почему вы находились в месте тушения пожаров. Лесник, рабочий природоохранной инспекции, он придумал очень интересную вещь по предупреждению пожаров. То есть у него там вот такой вот бор с
этого бору находится река, и там много джиперов, таких, рыбу ловят, там, всяких путешественников и так далее. То есть шашлыки жарят. То есть, и у него постоянно идут после них палы в ОПТ, в наше ОПТ. То есть, и что он делает? Он работает на предупреждение. Он проезжает, просто подъезжает, он фотографирует машины, номера, лица там всех. Все говорит, если после вас, вот вы здесь сейчас находитесь, если после вас я увижу, что здесь занялся пожар, вот эта вся информация идет в милицию. Так вот, это не каким-то добровольным, недобровольным дружинам, а на всех. Есть статья 13, где сказано, что любой гражданин должен принимать меры, в том числе к тушению и сохранению. И Конституция, и закон о пожарной безопасности мне, соответственно, разрешает здесь быть и тушить в рамках моей, так сказать, компетенции. Лопатой тушить, там, ногой тушить, забрасывать и так далее, и так далее. Я сейчас быстренько вам расскажу основные принципы тушения, вот, и основные приемы, а потом уже мы перейдем, вот, Ваня нам расскажет, из чего он состоит. То есть я сейчас быстренько расскажу и уже пойду, вам надоело, уже пойду отдыхать. Вот. Соответственно, ранцевый огнетушитель. Сюда он заполняется водой. Объем 18 литров. Вот. Этой воды должно хватить. Всегда вы одеваете его правильно. Обязательно помогаете. В снаряженном состоянии он весит 20 кг. 20-21, потому что у нас еще ковщики, вода тут полторашка и смачиватели различные. Вот. То есть вот для облегчения есть. Поясные, грудные и так далее. У него есть два положения. Распыление и струя. Когда вы видите, ну, разберем травяной пал. Он в основном идет на травяные палы. Он идет на травяные палы, подстилку тушит. Единственное, что из него тушить неэффективно, это торфяные пожары, когда у вас загорелся торф. И то есть, когда у вас загорелось какое-то дерево, то есть, не надо его, у вас лежит дерево, там вырусит это дерево, не надо тратить там, проливать его, вы его не зальете, то есть, не хватит у вас в ранце воды, чтобы погасить те калории, которые горят в дереве. Вот. Для этого нужно откинуть его либо на выгоревшее, либо если у вас, допустим, здесь идет пожар, не тушите его здесь у дерева. Отойдите. Отойдите от дерева, подождите, пока он подойдет, посидите там, не знаю, выпейте воды, отдохните. То есть подождите, когда пал подойдет сюда, здесь его ликвидируете, вот. А там вот это дерево, которое горячее, оно будет на выигрыше, и ничего с ним не будет. Вот. Поэтому всегда это учитывайте. Если вы потушите пал здесь, а у вас здесь дерево загорелось, вам придется принимать столько усилий, там, троих человек, чтобы его еще куда-то убрать. Подождите, пока у вас кромка подойдет. Да, на тушение дерева выходит пол ранца, и... Ну, и все равно ветер дунет, оно разгорится. Лишний размер из-за воды. Да, то есть как бы... Ранец у нас двухходовой. Он работает на этот ход и на этот. Вот. Соответственно, я вам просто расскажу пару секретов сохранения воды. Вот. Неопытный человек использует ранец за 2-3 минуты, за 5 минут. Он выходит, тушит, все, я пустой, да, соответственно. А опытный человек, он может 30 минут пойти по кромке и тушить ее так эффективно. Почему это происходит? Потому что, во-первых, движение должно быть резким. То есть не надо вот так тушить, вот еще вода извиняюсь, но тушить, допустим, не надо вот так вот тушить. Движение должно быть резким. То есть, вот такое. Сбиваете огонь и сразу сбили полметра огня. У вас вот так сбили, пройдите, сбить еще. Вот вы уже прошли, допустим, 2 метра. И он действительно потушил. Это когда на распылении стоит, да? Или не важно? Ну, в зависимости от степени горения. Вот. Но если трава маленькая, желательно все-таки распылить.
более компактная. Компактная. Но это не значит, что она экономная. Она просто компактная. Да? Есть струя распыления. Там и там воды тратится, ну, примерно одной, что так, что так. Но самое главное, работайте на два входа, то есть вот так подошли и вот так. Вот. Ну и потом у вас, соответственно, все это быстрее, все это, ну, будет. И вы просто идете и вот. И с ранцевыми ветушителями всегда работайте в двойке. Это одно из, кстати, правил техники безопасности, всегда работайте в двойке. Никогда не оставляйте человека одного. Вот это самое главное, запомните. Не надо, ой, да я сейчас там еще там подожди, там Сибирь-Густа. Вадим, ты пока иди туши. Никогда такого не делал. Собрались вместе. Если вы задерживаете, ждите. Пусть он ждет. Он уже собрался, если он готов тушить, то пусть он вас ждет. Если пошел, вы... так, такой огонь. Пошел, тушит, сбивает. А вторые за ним идут прощелкивать. Потому что если он, вот он идет, чему я объясняю. Если он идет и тушит, вот если он будет ориентировать широту, он будет, ну, довериться. То есть туда, и эффекта никакого не будет. Всегда человека второго будет не отправлять. То есть вот он идет, вот он направлен на свой пожар. Вот он идет и тушит. Тут нечего, особенно когда вот такой, соответственно. Особенно когда он вам еще уши там, с ресницами полезут, потому что нахрен мне это все надо, зачем это и так далее. Поэтому есть такой, будем так говорить, секрет. То есть если огонь высокий, то горит он все равно внизу. Но вы его можете подсечь. То есть сядьте и пересеките. Все, и он у вас сразу, вы увидите, проложить пин-полосу. Вот это. Я еще не сказал о... что тушение огня бывает прямым, это когда вы тушите с ранцами, с отцешки, заливаете, закидываете, там, тушите там, различными опалками. Можно дерево срубить и такими вот движениями закидывать огонь на туда. Это, кстати, очень удобно, когда нет воды. Формация, ландшафт, топливо. Вот этого они не знали, не это досчитали, видя, как он изменится. Пустили встречный отжиг и в итоге сгорели. Вот. Он переметнулся и пришлось, они 10 минут выходили в коленном огне. Вот. 90% тела отжиты. Поэтому не поджигайте ничего. То есть вы научитесь узнавать, когда у него кончится вода. Он, давление меньше льется, как сказать. Он еще вот так вот бывает, подкручивается, ну вот так. Из-за того, что воды там мало. Вот. Побуркайте, попрыгайте. То есть вот так вот. О, ну вот где-то у вас вот так останется, оставляйте. Я вот так делаю. Да, то есть. Зачем? Ну, чтобы почувствовать, сколько. Нет, оставляйте воду всегда. Уходя на дозаправку, вы идете, вы не потушили пожар. Вы все равно находитесь в зоне пожара. Вот. Вы идете, у вас знаете, что там у вас озеро. Да, идете к озеру, а там начался пожар. Вот. Либо идете, а у вас перелет. А вы воду истратили. Либо наступили в пожар, ну, там, ну, у вас нога горит, а вы воду истратили. Вам нужно пробиться на выгоревшее, а вы воду истратили. Оставляйте всегда воду. Почувствуйте, вода есть. Я пошла на заправку. Все, и пошел. Вот он черпает 3 часа. То есть, вот. Здесь забрал. Это вообще не проверьте, работает ли гидропульт. То есть вот так должна струя прям прызнуть. И вот так должна струя прызнуть. Это нужно для того, а то вы наполните ранец, да, 18 литров эти оденете, а у вас гидропульт не работает. И тебе просто там и дергаешь, что дал тебе подсунул и так далее. Поэтому литра налили, проверили, опа, все работает. Поставили, наливаете дальше. Сейчас меняется, как сказал Александр, дыхание. Слабо средний засилит пожар в лесу и в полях. Ну, начнем с разбора. Состоит из крышки. Крышка. С помощью нее можно набирать воду. Но лучше всего эффективнее это делать с ковшиком. Так что лучше отвести ковшиком к каждому ранцу. Дальше. Особенно важная часть. Крышечка.
Ее обязательно не потерять. Она отфильтровывает всякую грязь, там, листья. Если вы потеряли крышечку, вы можете выкинуть трансовую крышечку. Да. Потому что отдельно забьется. Поэтому следите за этими крышечками, как прям зеницу опыта. Не позволяет под крана и голову. Дальше, чехол самый. В него можно положить, например, тот же самый ковшик. Здесь прицепить вот гидропульт или насос. Сюда можно положить аптечку или, например, смачивание в виде гумы жидкого. Дальше, подвесная система только за край идет. Дальше, здесь стоит получше закреплять вот всякую фурнитуру. Должна любить теряться. Дальше. Я видел вас на видео, как у вас пожарные приезжали, я не ошибаюсь, они носили как-то вот так у вас, как ранцы. Вот так носить полный ранец не стоит. Он весит 20 кг, и можно просто сломать ранец. То есть вот эта вот фурнитура просто так сломается. Носить его нужно как рюкзак. Еще обязательно, почему, когда одеваете, помогайте друг другу одевать. Да. Потому что очень тяжело у всех спины, не казенные, как говорится. И всегда, если видите, что человек корячится, а поднимаем его не откуда-то не со стола, а всегда снизу. Поэтому всегда помогите одеть другому человеку. Да. Он очень тяжелый. Все верно. Когда вы наливаете с болота или с лужи, всегда смотрите, чтобы крышечка была на месте. Потому что если у вас попадет какие-нибудь мелкие частицы, они забьют гидропульт, и вы будете чистить. Вот уж говорили, что от него холодом идет, да? Но это на старых версиях рюкзака. На этой версии здесь есть прокладка в виде. В общем, назовем видео вот. Это прокладка утеплитель вас от холодной воды. Да. Это хотя бы какие-то хорошие запретит и так далее, и так далее. Дальше идем. У него есть штуцер. Вот. Перекрытие. Например, на старых моделях такого не было. Сейчас новые модели пошли, это очень удобно. Зачем? Объясняю. Когда ты налил воды, у тебя происходит давление. И у тебя вода начинает выходить через гидропульт. Вот. Поэтому, когда набираем воду, штуцер перекрывает. Надо вот так. Пока идешь, когда не тушишь, да. Когда переходишь от пожара к пожару. То есть со спиной рукой легко открывается. Да. Дальше. Рука. Резиновая рука. Подходит он к гидропульту. Гидропульт, расскажу, чего он стоит. Гидропульт у нас — это разводный ручной насос, работающий на два хода. То есть открыл — пролилась вода, открыл — пролилась вода. Что еще могу сказать? А он разбирается? Да, разбирается. Я сейчас... Вот я, знаете, хотел бы сказать, если кто-то торопится, мы можем сейчас рассказать про ранец, а потом кто вот лично будет с ними работать и кто лично их будет обслуживать, останется, и мы досконально покажем, как его разобрать, как его собрать. То есть, если кто-то торопится, то мы уже так держим. Поэтому смотрите так. В принципе, это все устройство. Так уж насчет решения проблем. Но их не соберем. Да, их не спасет, потому что. Начнем. Эти его продаются? Аринабор, да, продается. Можно сказать, что есть вкуснаба, есть отдельные гидропульты, отдельно ранцы продаются, даже дувки. Там полностью вроде пожарные наружу, даже насадки. Подсек здесь, отошел, здесь он был. Вот уже метр потушен у тебя. Вот. А второй идет там, где вот на границах что-то осталось. А второй просто, да, такой смотрит, такая что-то здесь. Все протушил, мы еще вот с чем пролил. Встретились. Вот. Да, и получается, что сказал, продуктивнее. То, что надо потом заливать. Так, да. Ну, чтобы не получилось, что по одному месту два раза. Ну вот сейчас тяжелее, потому что воды остается мало. Вот уже у вас где-то 2 литра. А потом научитесь.
знаешь, уже. Да, практика. Да, практика уже сама встает. Ты мне технику запостишь? Ну да, похоже, красный.